Всем привет! В прошлом мастер-классе мы делали вот такие розы. В этом мастер-классе мы уже создадим свадебный букет-дублер. И для этого нам понадобится вот такие розы. Я в конце видео покажу, сколько ушло роз. Так, еще пенопластовый шар, половина шара. Я отрезала пополам. Вот, смотрите, диаметр моего шара 9,5. Одна половина нам нужна. Вот это убираем. А это от пищевой пленки. Длина 20 сантиметров. 20. Атласная лента 4 сантиметра. Можно и 5. Вот такая лента атласная. 1 сантиметр. И по ходу дела посмотрим, что можно еще добавить. Так, теперь склеим вот эту часть. Откроем это отверстие. Так, вот сделали. Теперь я буду добавлять вот такие бусы. Эти бусы заказывала с Алиэкспресс. Сколько она стоила, я не помню. $45, по-моему, если я не ошибаюсь. 10 янтов. Так, буду склеивать. Это наш горячий клей. Так, ушло 5 ярдов. Обмотала 16,5 длиной. Ну, получилось симпатично. Теперь нам нужно сделать вот здесь отверстие. Вот. Центр. Вот, наверное, чуть-чуть еще добавлю. Так, склею, потом добавлю. Thank you.
первая основа получилась. Так, теперь собираем букет. Так, для этого нам еще нужны вот такие булавки. Это швейные булавки. Вот такой букет получается. Вот буду добавлять вот такие тычинки. У меня есть тоже с Алиэкспресс покупала. Thank you.
Вот такой букет получился. Всего ушло 37 роз. Две пучочки вот таких тычинок. И вот такие бусы. И ушло 7 метров вот такой бусины на ниточке. Всем спасибо. Всем пока.